На предприятиях Иркутской области чрезвычайные происшествия, на которых погибают люди, происходят регулярно. Рабочие гибнут на стройках, при взрыве баллонов и трубопроводов, утечке ядовитых веществ. О самых нашумевших инцидентах на производстве в следующем материале. Один из самых резонансных случаев происшествий на производстве произошел около 2 месяцев назад в Иркутске. Во время проведения ремонта труб в траншее обвалился грунт. Работников засыпало песком и камнями. 2 человека погибли. Еще 1 получил травмы. В январе 2019-го в одном из производственных помещений Ангарска во время заправки баллона гелием произошел взрыв. В результате ЧП погиб рабочий. К тому же в регионе есть предприятия, на которых подобные ситуации происходят регулярно. Например, на лесопромышленном комплексе в Братске. Там в 2014 году в результате взрыва на паропроводе скончался сотрудник. Снова прогремело на производстве через год. Тогда 1 человек погиб, 2 госпитализировали. Последующие пожары произошли через 3 месяца и в 2018 году. В целом, по статистике в России, каждый 22-й несчастный случай на производстве заканчивается смертью. Ольга Харнутова, новости по будням.